Я хочу вас поздравить с победой. В принципе, сразу скажу, во-первых, у нас не играло 4 игрока основного состава. Двое это по причинам желтой карточки пропускали, двое травмированных. Во-вторых, столько допустить технического брака в такой игре, где соперник именно воспользовался этими ошибками нашими. И мы пропустили 4 гола досадных. Я считаю, что мы сами себе их, эти голы привезли. Во-первых, я хочу сказать, что... Ну, поблагодарить болельщиков, да, за то, что они сегодня поддерживали, пришли на игру. Все-таки в матче с Каратом было не так много болельщиков, а сегодня, видно, ощущался накал матча, и все прекрасно понимали, что это на сегодняшний момент, как бы матч шел за первое место, да, мы играли сегодня с командой, которая отстает нас на очко, и у нас очень был тяжелый матч. В Павлодаре мы этот матч хорошо помним, когда мы остались в меньшинстве и практически там полтора тайм провели в десятером. И при всем при этом имели опасный момент. Поэтому настрой был соответственный. Но сам матч, начинка матча, да, она не дала возможность нам психологически с первых минут показать то, что мы можем. Да? И вы видели, в начале матча мы слишком сильно переволновались, и болельщики были на трибуне, и Иртыш, команда, которая обыграла Шахтера, которая обыграла КТБ, и как раз мы здесь играли вместе с ним. То есть вот это вот само давление чуть-чуть
дало долю сомнения нам в своих силах. Да? И вот если бы был Иртыш Поудай в тех моментах, которые мы создали на начале матча, еще неизвестно, как сложился бы матч. Но хорошо, что все хорошо заканчивается. Да? Смогли мы выстоять, смогли мы прийти в себя. И когда уже почувствовали, что успокоились, и уже здесь начали играть так, как мы, в принципе, и готовились. Мы полностью поменяли состав, вы обратили внимание, да? Мы постарались быть неузнаваемы для соперников. У нас были новшества в составе, вы тоже, да, наверное, обратили на это внимание. И поэтому, наверное, еще, может быть, начало матча подразумевало то, что нужно было время в матче, чтобы друг к другу привыкли. Все-таки у нас Малышев, он не играл левого полузащитника, в этом матче вышел играть левого полузащитника, да? Мы не играли никогда в два нападающих, поэтому здесь очень было важно, насколько здорово найдет взаимопонимание, которое сегодня очень здорово сыграл Бакаев и очень хорошо сегодня сыграл Беганский. То есть как они будут играть, два лидера по характеру, два игрока, которые любят забивать. Мы сегодня сделали полузащиту, Абдулино вернули с фланга в середину в расчете на то, что он будет играть против Мальцева и не даст ему возможности сыграть. И результат говорит о том, что все сделали правильно. Смогли забить 4 мяча, соперник забил нам с углового. И знаете, это было обидно, потому что мы знали прекрасно, как подается соперник угловой. Мы к ним готовились, и у нас специально были посвящены тренировки этому, и все равно забили. Вот самое обидное, это когда ты знаешь, что... как соперник, и он забивает. Ну, я думаю, что здесь сыграл долю невнимательности. Я еще раз говорю, все-таки мы играли не против Акжетпеса, при всем уважении к этому команде, а против играли Иртышау, где есть очень хорошая футбольная школа, и где игроки подобраны очень хорошего мастерства. Что хочу сказать, сегодня было очень жарко, да, я думаю, что болельщики сидели на трибуне, тоже обратили на это внимание. Ребята при всем этом все-таки показали хорошее движение. И надо отдать должное и им сказать огромное спасибо, что они сегодня старались и что они сегодня старались выиграть. Сегодня была борьба, сегодня можно было посмотреть, вы знаете, как раньше, да, бой был гладиатор. Сегодня каждый играл и не жалел себя. Сегодня Беганский получил травму в начале первого тайма и отыграл практически весь второй тайм. Сегодня Левига вышел на игру с травмой, отыграл эту игру до конца. Поэтому я хочу сказать, что... сегодня ребята молодцы, и большое спасибо им за то, что они, во-первых, порадовали болельщиков, и, во-вторых, я думаю, что психологически они еще сильнее поверили в себя.